теперь рассказать очень интересную, но грустную историю. Секунду внимания! Сейчас будет очень-очень личная и душещипательная история. Послушайте, это будет проникновенно. Когда-то, несколько лет назад, когда я делала вечеринку в стиле кабоб, первую свою в жизни, вообще, на самом деле, в нашей кабоб-индустрии, в нашем фандоме, очень тяжело пробиться новичкам. И когда я увидела заявку на свою собственную пати этих ребят, я сказала, они новички, но я их пущу, они крутые. И на своей вечеринке, они выступили первый раз. Так вот, сегодня они выступают, к сожалению моему, очень большому, в последний раз. Не реви. Так, тихо. Я, на самом деле, еле держусь. Так, Лиза, не плачь. В общем, на самом деле, это... Они называются BFO, но каждый год, когда их объявляла, я называла их B4. Так вот, и в этом году, последний раз, B4 сами силен! Thank you.
протокола, это было Дэнс Шоу номер 6. Before.